Здравствуйте, дорогие друзья. Я так надеюсь, вы меня узнали. Меня зовут Владислав Кривко. Сегодня у нас великий праздник. У нас состоялся мавропробег в Москве. Как всегда, не меньше 50 машин с флагами проехали по всему городу. Задержаний, нарушений не было. У меня двойной праздник. Сегодня я презентовал свое очередное приобретение. Вот этот автомобиль. Скромный, но со вкусом. Isuzu Trooper. Самая маленькая машина на мавропробеге. Мы можем многое, мы меняем мир. Если у кого нету, давайте сейчас может поделимся. Сейчас все знают. Привет. Как делишки? А? Что-то тебя не видно, не слышно. Вы в рот поедете, Артур? А. Что у меня флаги? Мы можем сейчас. Как вы возьмете девушку с собой? Андрей. Давай, я же перевела, попади и Саша. А тебе зачем флаг? Флаг только. Как зачем? Ты что ты? Где сосны организованные? Сейчас поедем. Андрюха, вот. Нет, я понимаю, это изумруд. Ты себе бантом выполняешь. А здесь нельзя было организовать? А здесь? Да здесь вообще, здесь это, как это? Манвелов. Где Никита? Раздача общепит. Потом. А мы согреем женскую ласку своей любовью. МММ вас греет, наверняка, правда?